Ой, Малори. капец, я сейчас испугался. Такой красивый кадр поймал. Ой. Олежа, давай, иди отсюда. Коля, вижу типа около базы. Понял. Ты на холме? Да. Там в ВДРС стоит собранный. А, я вижу его. Ну, в здании палатки вижу открытое. Ты на промке, да, бегаешь и вижу? Да, тут. Покемпишь его, я войду, заберу из тачки аккумулятор. Но... Сань, тебе нужно будет забирать ВТРС. Почему? Я буду тебя прикрывать. А, подожди, ну тебя... Убил. Убил его? База открыт. Блять, иду. Еще одного ранил, там внутри. Понял, бегу. Стрелял по мне. Одного, короче, убил. Понял. Блять, зомби. Сань. Сань, блять, сука, нахуй, вы че ёбнулись? Блять, спасибо, спас. Сейчас, Сань, зашьюсь быренько. Блять, ёбаный нахуй интернет. Ёб твою мать, меня, блин, эти контузили, грёбаные зомбики, я их урод. Сань, он без оружия, оружия у него нет. Кент забрал его, видимо. У меня заражение крови, Сань. Зашибись, что. Я говорю, ты ну? Да. Ты ну сорян, что? Че? Ну не хотели, блядь. Сам понимаешь, что у вас база большая, поэтому. Ну окей. Ну тогда вещи оставьте, если. Не специально убили. А че ты говоришь не специально, ля-ля? Да я хочу не. Что-нибудь нужно выдать. У тебя алкогольная настойка или что-нибудь такое есть? Ну, я тоже мирный сегодня. Вопросов нет, ты же сказал, стрелять не будешь. О, мат подгоним. О, можно я аккум возьму? Да, бери. О, забирай. Короче, это, пацаны, такая тема. Предлагаю вам обмениваться продуктами разными. Слушайте, а если мы вот здесь где-нибудь базу построим? Вы можете построить только это? Нам придется, знаешь, объединяться, все дела. Можете в соседний да, бой. Просто... Ну просто как бы будем рядом, да, если чё, мы можем там, скажем, просто вместе даже на рейд поехать, что-нибудь такое. Короче, там нужно, по-моему, всё внутренку. Просто было бы интересно, так. У вас есть же транспорт, зачем вам ещё? Да не, ну просто я говорю, хотим поменять эту сарку, потому что на ней колесо уничтожено, ну и просто в целом она... Плохо едет? Да, хуёвенько. Короче, давай тогда это. Может, один ко мне сесть в машину? Да нет, Саня, мы же детали сейчас перетащим на этот. Ну ладно, давай, Герман, тогда тебя добавить сейчас. Все, дышу. Ну как лагает, у меня даже никого в грузовике нет. Он сам приехал, бля, как будто. В натуре, блядь. У меня это, блядь, как она, Тесла? На автопилоте. Я чисто так на расслабоне.
y'all do good, and we'll take care of always. But you fuck up, he just clicked up for no reason, motherfucker. It's on sight. Все, кончились. А, ну, блядь, почти сломалось. Блядь, ну нам надо ее, сука, чем-то добить. Кто с ПНГ сесть за мощенькой? Ёб твою мать. Кто стреляет? Откуда? Меня убили. Откуда? Да я даже не знаю. Из кустов где-то, из кустов, они где-то рядом, прям тут. Справа контроль, справа контроль, справа контроль. Вижу, по-моему. Да, вижу. У кустов здесь, у кустов. Далеко? Не-не, прям рядом, впритык к нам. Пошел пушить. Где он? Бля, убежал куда-то, сука, в бурю. Убил его. Хорош. Ты когда стрелял, они вообще в небо летели. Все. Не супер тупо, не супер. По мне стреляют, положили, блять, вырубили. Без сознанки. Стоял, конечно. Откуда они? Где-то сзади, мне кажется. А, ну все, добили, блядь. А, сука. Ты сверху бежишь, Сань? Нет, снизу. Там, по-моему, кто-то есть. Сверху? По-моему, это был чел. Это на холмике, Сань, вот через дорогу. Там, где я машину, да, ставил? В этой стороне? Да, да, в той. Ёб твою мать, как он меня убил? Вот как он это увидел? Ладно, нехуй тут сидеть, чё мне, блядь, дрочиться тут. Надо ходить. Надо отходить и обходить. Что ты, крыса, можешь сидеть? Чё за созвучное оружие найти? Ебать, я вижу грузовик. Да, едут вон по дороге, вижу. Одного положил. Блять, еще один. Второго. Блин. Печально.
Nice shot, я думаю. Вот это не nice. Саня. Минус два на зарубе. Они типа пришли, типа взяли и пришли сюда. Я еще одного вижу. Бля, вижу. Автоматом, чел. Где? Бежит тоже в сторону СЗ. Он меня тоже, по-моему, видел. Около меня. Блядь, стамины не хватает, сука. Бля, я бы снял броник, но не могу, у меня прям целит стоит, блядь. Бля. 237 метров, походу, попал. Да, убил ты его. Ебать! Серьезно! Бля, меня сейчас в читаке запишут. Это такой на шару выстрел был. Ты не представляешь, это просто выстрел в выстрел был. Типа просто он стреляет, и я стреляю. И он в меня попал, и я в него. Но он без брони там вроде. Я ёбнулся с рупорки, блять, Саня, опять рупорку убрали. Я не буду заходить. Да не-не, я ногу не сломал. В жопу. А чё там вместо рупорки? Старое здание. А, ну я точно упаду. А ты на каком этаже был? На последнем. Не, если я упаду, я не хочу сюда заходить, даже я мотал это. Бля, такой свалился просто. Ты можешь выйти, я тебе на голову прыгну. Операция по спасению. Блять! Зашибись, бля. В рупорке, что ли? На крыше ты? В рупорке? Нет. Я вижу типов на крыше, серое здание двухэтажное, квадрат. А, надо Дышим. На рупорку. Я попробую на рупорку, Сань. Обратно зайти. Опа. А это с горы, блядь. Дверь открыли. Да. Не попадешь, дружище. Что говоришь, брат? Говорю, не попадешь. Ты... Тебя плохо слышно. Блять, почему я плохо слышу? А, я же в противогазе. Саня прям тут стоит, сука, смотрит. А ну-ка, сейчас я его попробую снять, подожди. Я не понял, если мне видно будет, сейчас я его попробую снять. Испугался. Напугал. Есть у Ари гранатка скид? Нет, не могу, может подняться сюда ко мне. Сань, ты где? Подхожу. Давай! Я уеби его! Положил. Зомби кого-то бьет, тебя, Сань? Нет. Это я в рупорке, я. Понял. Я кто-то забегал в рупорку, я положу. Все, Сань, убили захожу, обоих. Захожу. Открой дверь. Я понял, давай.
Его прям видно, ребят. Это ты стреляешь, да? Я стреляю, да. Бля, попал! В ногу, сука. Да ладно. Да. Бля, хорошо он вас не убил, ёб. Хорошо я его вовремя заметил, сказал вам, бля. Это он? Походу. Я его не вижу. Слева, на горе. А у меня один, значит. От того места, где он был. Чуть левее, чуть левее. Блять, попал, пес. Кто поднимается по горе, Саня, да? Я. Блять, извилистый, сука, туда-сюда. Это сейчас кто стреляет? Это я сейчас. Так, я не знаю, я вижу вот кого-то одного, вот к кусту добежал. О, слева стреляет. Слева, вот да, он. Видел. Трассер летел. Подбегаю к нему. Еще попал. Вот он, вижу. По мне работают. Меня справа, пацаны, справа еще один. Меня положили в анкульсию. Блять, стамин нет, сука. Парни, мне нужна помощь. Быстрей! Он меня еще убьет. У камня кто? Не я. Я дальше пошел. Хочу слышать. Меня по мне стреляют справа. Да, поняли, идем. Ну быстрее, меня сейчас убьет он. Дэн, я вижу, блядь. Шмаляю по нему, шмаляю. Ёб твою мать, мне сзади накидали. Я этого типа, ну, нормально накинул. Я положил в анкульсию, по-моему, одного, который со стороны Дэна был. Ты поднимаешься слева. Наверх? Нет, это он, Коля, убей. Понял. Блять, сука. Убил. Хорош. Нет, по-моему, в анкульсию. Добил, все, но я ему еще шот дал. Я думаю, он трупак. Быстрее, я опять в унку упал. Блять. Это уже четвертая унка с кровотечением. Я сейчас умру просто. У меня броник до сих пор не тронутый. Хотя, блин, все уже меня вообще не спасло ничего. То есть, вот он стреляет. Бля, попал, сука. Я вижу, где он вообще на другом холме. Вижу. А, все, я появился, есть. Я его вижу. Бля, что за хуйня, как попасть? Ты что стреляешь? Сэмки. Бля, пиздец, вообще пули непонятно куда летит. Опять за гору убежал он. Парни бегут. Правее получается. Давай, Коля, соберись, положи. Я попал. Коля жестко в открытую стоит. Прикрывай, Коль. Да я и не вижу чувака твоего. Не, ты Колю прикрываешь, чтобы потом будет рядом. Я в своем не воспользовался. Может, ты его как-нибудь выманишь, Коль, на нашу сторону, чтобы... Тихо. Положил, бля. Краса. Да, жестко. Ой, блин, да как он нашел-то в буре, а? В сторону Анара побежал? Да. С горы вот это он вправо туда пошел. Да пизду, перейди ты эту бурю, блядь. Я тебя вижу. Стой, остановись, Коль. Я его вижу, Коль. Где? Вот он слева от этой деревушки бежит. Подожди, может, ты меня по видишь? Горе. Нет, он бежит с РП. А, слева вижу его, вижу. Ой, как темно, блядь. Я его перестаю видеть. Да не, я его вижу, блин. Если он будет выходить на дорогу? Нет, вообще. Take a fucking bump,
это Нива. Нива? Да, ну. Ну, что-то она по объемам Гюнтера так не. Ебать, у них там где-то 5 СВД или 6. Тундры. Ящик, мусорный ящик. Еще оружейный стенд не вижу, что тут. Четко, прям вот. Так, понял. Ну, кроме мелкашек, типа 45 Танки, АЦП, 9-19, туда-сюда. А тут сарка. Сарка, ну, так что-то есть. Ну, как бы две тачки у нас точно есть с этого уже. А в вертолетах есть лут? Ух ты, да, как много магазинов у них на М-ку, красота. Все, пацаны. Давай, дальше. Мы все забираем, бля, я вам так скажу. Слушайте, может вот этот заборчик все равно дорейдем? Так мы и дорейд... Какой? Ну вот этот вот, чтобы выехать отсюда. Да, ну понятно дело. Одной пулей нахуй. Все, свобода, попугаем. Чиш. Опа. А это вот кто? И веселуха. Так, это... С холма, с того же. Да. Ну ебаный в рот. Ну блин, ну не спать уже надо. Ну хули вы, блин, припиздили. Сука. Так, ну шо, блин, вы защищаем. Да, теперь придется, блядь, отбиваться. А сейчас это начинается буря. Так, ну что, нам надо переждать, будет буря. Вообще, что? У нас буря как раз нам на руку, мы сможем уехать. Да? А ДНГ? Ну сейчас подойдет. Сука. Сука. А если он... Смотри, я предлагаю сделать так. Садимся в тачке по одному человеку, а двое прикрывают, а другой едет. Хотя бы, знаешь, кипиш наводили. Они сейчас где-то в бурю, они где-то рядом тут будут. Mm-hmm. Ну, вряд ли они будут сидеть там на горе. Опа, опа. Это кто? Ну, это точно не мы. Контейнер. Да? Они прям тут. По мне постреляли. Сверху стреляют, сверху прям. Меня шлют. Хотят пацаны без боя базу отдавать. Бля, у меня кровотечение, нахуй, перевязаться надо. Блять. Я побежал. Я дырки смотрю за окно. Блин, Дэна там убили. Блять, меня зацепило. Кузня это. Пацаны, вяжусь у Нивы. Понял. Контролю дырку наверх. Бля, ебать меня, ебаш. Да уходи оттуда вообще, что там стоишь? Иди сюда. А где ты здесь что? А гранатки нету, да? Ага. Да, тут, блядь. Дым, вот пошел дым. Они кинули? Обойти, пацаны, вы только смотрите, еще тоже дверь вот эту. Слушай, не, тут этот дым идет. Где-то тут открыли. Пока не вижу. Положил одного. Ебать, он с гранатой был. Закрывай. Закрыл. Она отмыть? Где? Блять, Дэн, везде, повсюду. Ебать. Один минус, один точный минус. Я внутри. На отмычку закрываю. Я внутри наверху. Они снаружи, Дэн. Снаружи. Вы живы все? Да, живы. Да. По крыше, по-моему, да? Блять.
Мы только я думали, слышу оры какие-то, ёпта, блядь. Сейчас буря, сейчас буря, блядь, нам на руку играет. Мы можем уехать, но, сука, надо как-то, блин, опасно. Где мы заходили? Ой-ой-ой, парень, глуханул. На крыше, по-моему, на крыше, по-моему, тот, что видел, в правом окне. Блядь, пацаны, это какой-то хоррор, нахуй, уже отвечаю, блядь. Да-да-да. Расстреливаю. Так, ну чё, нас четверо, пошли в размен. Надо открыть, я говорю, надо просто открыть. Тихо-тихо-тихо. О, блин, Дэн. Бля, пацаны, я думаю, надо открыть и, блядь, просто выцелить их. Врашите, да. Давайте, я могу открыть дверь, выбежать, а вы шьете по нему, а я сразу убегаю куда-нибудь за ангар. У тебя больше шансов кого-то ебать, чем у нас. Да. Так что давай я, наверное. Я тут самый этот. Пушечное мясо. Раз. Два. Поехали. Бля, а где? Он убежал налево, Саня, я видел. Че, мы выходим? Он может в КПП сидеть. Контейнером пошел. Контейнером пошел. У КПП, у КПП, по-моему, пацаны, у КПП. Нет, за цистерны, за цистерны. Положили меня, ёптвоима. За контейнерами. Я за цистернами. За контейнерами, типа. За контейнерами, понял. Вижу, вижу, вижу. Тихо, меня шьют. Блять, меня положили. Я живой. Положили меня. Сейчас подниму, сейчас попробую поднять. Подняли. Автомат, бери. Беру. Блять, два кровотечения, пацаны, умру сейчас. Прикрывайте. Я по правой стороне. Я правую сторону чекаю. Правую сторону чекаю. Сейчас лег, я подбегу. Давай. Кстати, ты же жив, элемент уже? Да нет, у меня там двое за контейнерами. Я туда гранат еще кину, Коль. Пацаны, чиню пушку. 2 минуты. Но одного точно медоед. Положили тогда. Да, давай. Крысочка. А, Леха, ты положил медоеда. Я смотрю, никого не вижу. Леха слева. Я справа, если что. Чисто. Нет никого, походу. Слышите? Все, походу. Я положил. Чё-то. Красавцы, парни. Блять, хорош. Охуенно. Я очень боялся, что мы сейчас друг друга ёбнем. Когда меня положили, я думал, меня свои, ой, меня Дэн. Да, я тебя захуярил. Ну понятно, я так и думал.